Ви, я знаю, що дуже багато справ політв'язнів вели, можливо, ведете ще. І от як ви їх відрізняєте від людей, які дійсно зробили якісь тяжкі злочини, яких СБУ затримало, ну, мабуть, з об'єктивних причин? Як ви відрізняєте політичного від неполітичного? В каждом уголовном производстве, чем и отличается процесс привлечения человека в уголовном, к уголовной ответственности, он отличается тем, что орган власти в лице органа досудебного расследования и в дальнейшем в лице публичного обвинителя должны четко не только суду, а и общественности указать, за что, за конкретно какое фактическое правонарушение данный человек привлекается к ответственности. Практически во всех уголовных производствах, конечно же, предъявляют обвинения, считая, что фактические доказательства совершенного правонарушения есть. И моя задача в данном случае, как защитника, говорить об обратном и пытаться доказать обратное. Но не всегда это получается, и в политически мотивированных делах достаточно просто увидеть отсутствие состава правонарушения. Вот если мы говорим о серьезном политическом процессе над бывшим министром здравоохранения Автономной Республики Крым Петром Семеновичем Михальчевским, доктором с 35-летним стажем медицинской практики, который в Автономной Республике Крым занимался всего лишь тем, что обеспечивал деятельность гражданских больниц, обеспечивал население лекарствами. За это полтора года провел в следственном изоляторе, и прокуратура АРК абсолютно целенаправленно и абсолютно осознанно предъявляла обвинение Петру Семеновичу в совершении государственной измены. Но только уровень подготовки прокуроров, к сожалению, сейчас настолько низок, что эти люди даже не знают, что в соответствии с международными конвенциями 49-го года врачи не подлежат ответственности за осуществление своей медицинской деятельности даже на оккупированных территориях и даже во время международных... И все равно некоторые роки людина провела. Абсолютно правильно. Причем уже достаточно во взрослом почтенном возрасте и достаточно тяжело Петр Семенович переживал свое пребывание в следственном изоляторе, но я четко, когда взялся за это дело, я четко понял, что здесь абсолютно отсутствие состава преступления, причем оно антигуманно даже по отношению к человеку, который является доктором, содержать его по страже, по таким обвинениям, ну это просто бред. В политических процессах достаточно четко увидеть отсутствие состава преступления и вот эту вот большую канву, которую наворачивают сверху, что вот есть какие-то доказательства, которые по сути не являются доказательствами именно в правовом смысле.